Хей, йоу, пацаны, всем привет, на связи Ryzen и подъехал новенький ролик. Но перед началом вам сообщаю о том, что я спрятал еще один код на бета-тест в течение всего видосика. Самый быстрый и внимательный из вас без проблем его залутает. Также от всей души выражаю вам огромнейшую благодарность за лайки, подписки и комментарии. Кстати, насчет комментариев, теперь многие из вас будут попадать прямо в мой ролик. Очень надеюсь, что принятое мною решение забайтит вас на огромное количество комментариев. Кстати, для тех, кто до сих пор еще не попал на бету, ну либо же вы просто не можете зарегистрироваться, возможно, у вас не работает ссылка, прошу, добро пожаловать в мой телеграм-канал, пишите, я каждого могу лично зарегистрировать, и вам уже останется просто ждать каждый вторник, естественно, код на саму бету. Еще раз всем огромное спасибо и приятного просмотра, поехали! Ой, господи, я только домонтировал ролик, захожу в игру, и меня зарейдили, притом два раза. Но ничего, пофармим. Я только нафармил, только отошел поесть, и меня опять зарейдили буквально. Блядь, я, наверное, только из игры вышел, меня сразу же начали рейдить. Наверное, все-таки... наверное, пойду на другой сервер, потому что... просто тильт, вот и все. Всем здорово, народ, это уже следующий день. Я только недавно проснулся, вот. Спал довольно-таки долго и залетел на новый сервачок. И, к моему удивлению, я что-то, оказывается, забыл, что здесь вообще есть в игре коровы. Вот. И нашел здесь, кстати, тиммейтика. Ну, и мы с ним играли на прошлом тесте. Вот, попробуем затимиться с ним. Вот. Кто смотрел мои прошлые ролики, знает, кто такой Кроха. Мы... А, понятно. Ладно, не суть. Может, сейчас палку мне кинет. Мы с ним часто играли. Мы с ним проходили и альфа-тест. Он является модератором в Discord-сервере официальном. В общем, нормальный челик, может быть, сейчас вот с ними поиграем. Вчерашнее начало вайпа у меня абсолютно просто не пошло, но вы, наверное, знаете, видели. Вот, вчера ролик был, поэтому думаю, что новый сервер, новые возможности, и, в принципе, здесь уже не так еще сильно развиты игроки. Так, окей, в принципе, мне нужно бежать сюда, по дороге будем, наверное, бить бочки. Чё, сначала подумал, а где мой кирка и топор каменный, потом вспомнил, что меня зомбарь убил, пока я писал. Так, сейчас скрафтим с вами кирочку. Хотя, зачем мне кирочка, сразу скрафтим дубинку. Еще дерево немного нарубим. Вот, и пойдем по дорожке с вами спокойненько. Пока дойдем до той хаты, принесем пацанам скрапа. Чтобы не идти с пустыми руками, правильно? Правильно. Вот. Будем пока что фармить с вами. В любом случае, такие игры, как бы это скучно и грустно не звучало, это всегда фарм, да? То есть вы постоянно будете наблюдать в моих роликах фарм, бочек, камней, там, да, других каких-то ресурсов. Потому что, ну, это часть игры, ребят. То есть, да? Если как бы вам это не нравится, я могу обрезать, но тогда и ролики будут, там, грубо говоря, 10 минут, а не 40 уже. Это как бы... Хотя, в любом случае, я надеюсь, что здесь мы с ребятами что-то накуролесим, возможно, подснимем что-то интересное, вот. А, ребята, они неплохие, вроде как. Ну, за Кроху точно знаю, что неплохой. Там еще один тиммейт есть. Вот, попозже с ним познакомимся. И будет одна проблемка. Скорее всего, я пойду с ними в Discord. А те, кто шарят, на Андроиде записывается либо системный звук, либо звук игры. Вот, поэтому, скорее всего, слышать вы их не будете. Вот, и... Там уже, ну, хотя это не сильно-то и важно. Как-то так. Так, нам, кстати, далековато-то бежать. Прям не то, что близко, но нормально. Как раз, я думаю, плюс-минус на таком расстоянии мы нафармим скрапа. Так, сейчас, кстати, проверим, может они здесь? Ну, не, вроде не слышно. Я динамик включил, думал, мало ли, вдруг они здесь в войсе разговаривают. А чё, если бы здесь разговаривали, было бы, наверное, слышно их. Ладно, не суть. Так, бочки фармятся. Сейчас принесем 1000 скрапа. Что-то найдем, поизучаем. Я там уже видел, пацаны, кстати, в чате там убивают бомжей каких-то там. Видел, что у них есть стволы, есть ППШ. Вот, все, наверное, изучили, либо где-то выбили. Но мы пока, как я уже сказал, будем просто фармить дорожку, не спеша, спокойненько, адекватненько. Затрачены кругами, расплываются районы. Ни о чем жалеть не буду, что оставил небо скроет. Опять свободы, я ныряю за лапу.
этой жизни, чтобы разделить с тобой. Слишком рано получилось потерять твои ладони. Слишком глупый, слишком пьяный, слишком поздно на колени. Пусти свобода, сука, тебя. Слушайте, вроде как я подформил так неплохо, и я думаю, что уже стоит выдвигаться, скорее всего, прямо к домику. Парни там, как я понял, еще где-то на локациях, там, видимо, фармят РТшки, вот, поэтому сейчас я поеду, а там, может, подформлю, посмотрим, что за хата у них, что у них вообще есть, возможно, с вами что-то изучим и, в принципе, начнем какие-то активные действия. Ну, довольно-таки нормальная кибитка, ресурсы, ну, есть хорошие кирки, хорошие топоры, МВК топовая, все нормально, нормально. Блин, зеваю, хочу спать, не знаю, надо было, наверное, чуть-чуть переждать, а то... Ой, как это потом вставлять в ролик, где я зеваю, не знаю. Так, ладно, не суть. А, есть у них огород, это, в принципе, понятно, это для бинтов, либо же для взрыва будет. Вот, окей. Так, ну так, в принципе, сейчас повыкладываем все, что мы нафармили. Плюс-минус я принес, ну, 850 почти скрапа. Это довольно-таки нормально. Фармил я дорогу, бежал минут 20-25. Вот, парни там еще где-то у нас ПВП где-то устраивают. Где-то фармят. О, отдельный респект. Ой, извиняюсь. Отдельный респект нашему крохе за то, что ставит водопойку. Вот, это очень всегда помогает. Окей, если вы заметили, я взял уже кирочку, все-таки киба каменная. Я помню, что было с моей хатой вчера, поэтому лучше я сейчас пойду, пока там парни заняты, запаю ее все-таки в железо. Вот, потому что я не хочу, чтобы история повторялась. Вот, тем более ресурсов там намного у них больше, и будет очень обидно их потерять. И, как я понял, сервер битком, потому что килл-чат очень часто летит. А я встретил там парочку игроков, просто которые мимо пробегали, и как бы тут, ну, короче, есть актив, есть. Кстати говоря, когда бежал сюда, ехал, вот здесь черик, видимо, строился, потому что я его видел, но кибитки этой не было. Где-то, возможно, рядом бегает, но пока я его не вижу. Ну, в любом случае, если он будет здесь строиться, мы его, скорее всего, снесем. Вот, жизни мы ему здесь не дадим. Так, нужно нам что? Нам нужно железо. Вот, и что? Ну, и серки пофармим немножко, я думаю. Такс, почти 2500 я нафармил железа. Я думаю, этого вполне хватит, чтобы заапать кибу. Вот, поэтому ставимся на переплавку. Еще, я думаю, пойти фармануть дерево все-таки. Вот, поэтому, чтобы был порох, как бы у нас сера-то есть. Я ее уже поставил плавиться, осталось нафармить угля, вернее, дерево, и сделать из него уголь. Вот, как-то так. Блин, спать ужасно хочется. Вот, поэтому... Так, ладно, идем. Идем, наверное, сейчас за деревом. Что-то я не вижу никакого топора. Нормально, вроде где-то был. Давайте вот, наверное, железный возьмем. МВК трогать не будем, я не думаю, что они его изучили. И, в принципе, нам должно хватить, вроде не должен сломаться. Сейчас попьем водички еще на всякий случай. Жажда тут быстро уходит. Так, и начнем, в принципе, ломать деревья. О,
Что-то я не понимаю, что это такое. Типа дерево от меня убегает? Какой-то баг, короче, с деревом. Видите, оно просто бегает. Надо будет разрабам отправить. Что это такое? Что это за дичь? Дерево ходит по карте. Живое дерево. Ладно. Первый раз, кстати, такой баг вижу. Не, я видел что-то похожее с рудой, но чтобы с деревом, чтобы оно вот так вот ходило, это очень смешно. И очень странно, потому что я вроде как на прошлой бетке, по-моему, кто-то говорил про похожий баг, и, по-моему, его пофиксили. Но что есть, то есть. Сейчас мы видим... А, вот еще одно дерево. Подождите, так, типа, любое дерево, которое я срубаю, начинает ходить, или что? Я что-то не понял. Давайте-ка вот этого сейчас срубим, чисто чтобы убедиться. Срубили, оп, и отойдем. Ну да, их уже очень много. Короче, типа, какое бы дерево я ни срубил, они все, короче, типа, дух дерева или что-то типа того. Чем больше срубаешь, тем больше их становится, тем больше они бегают. Ну, прикольно, что. Своя фича в игре, как говорится. Я думаю, этого дерева вполне хватит. Сейчас закинем его на уголь и чё? И все. С него главное потом скрафтить порох и патроны. Просто, короче, прикол в том, что я не могу много чего крафтить, потому что парни, скорее всего, уже что-то изучили, и тратить скраб повторно я не хочу. Вот, поэтому вот так вот закидываем уголечек, и пускай плавится, они там уже сами потом и порох скрафтят, и патроны скрафтят. Вот. А нам нужно сейчас железка, чтобы прорабать дом. Ну как дом, это всего лишь пока что киба. Я думаю, что мы будем переезжать, скорее всего. Ну, пока что куда, под вопросом. Так, что у нас здесь нужно? 2900... Блин, походу не хватит. Хотя, если у них было железо, то должно хватить. Так, 836, по-моему, там было, да? Сейчас еще где-нибудь посмотрим. Так, вот здесь 400 есть. Переплавим его, наверное, сразу. Вот, закинем. И здесь у нас 400 есть, забираем сразу. Сейчас тут чувствуем МП это. Туда-сюда, сейчас наскребем здесь и сразу же апнем кибитку. По идее, должно уже хватать. Вроде как, я почти 3К собрал. Так, а здесь у нас улучшить в железо, правильно? И нажимаем просто улучшить все. Все, киба в железе. Уже более-менее безопасненько, уже более-менее адекватненько. Не так можно бояться за свои ресурсы. Хотя, насколько я понял, парни уже нашли сиху. То есть, враги. В любом случае, другие игроки тоже могли и динамиту раскрафтить, и сишку скрафтить. И, в принципе, ничего не мешает прийти сейчас и начать нас рейдить. Также и мы можем кого-то пойти зарейдить. Тут, ребятки, не как в Лиусе. Тут и калаши, и взрыв. Все может выпадать в один день. Если у тебя там много скрапа, ты можешь изучить сверху скрапа до калаша. Можешь скрафтить машину. Все зависит от твоего, от твоей активности. Как ты играешь, сколько ты фармишь. Вот, поэтому здесь вообще желательно апаться на МВК еще в первый день. We'll be right back.
Так, наубивал, короче, стал живодером в двух словах. И сейчас делаем клей. Клей, кожа животных важна для брони. Вот, сейчас поставим шкафчик. Изучаю специально мясо, чтобы всегда у нас было что покушать, чтобы не было голода. Мясо дает плюс 50 калорий. То есть это лучше съесть там одно мясо, чем жрать там полстака тыквы. То есть все побыстрее будет. Здесь у нас все, как видите, плавится. Все идет полным ходом. Так, и что я хотел? Я хотел все-таки поставить костерчик, но нам нужно дерево. Наверное, сейчас придется выходить дерево фармить. Чисто так пару ударчиков, да, символических. И поставим костерчик где-нибудь там, где водопойка, на улице, где-нибудь, наверное, за углом, где-то вот здесь. Вот, и, в принципе, у нас будет хавка. Как говорится, наводим порядок, наводим уют, чтобы было играть комфортно. Вот, как-то так. Пошло жариться мясо. Как говорил мой дед, ёбаный шашлык. Сейчас похаваем, и все будет отлично. Ну, наконец-то, пока парни тут пришли только домой, я уже тут все переделал, шкафы поставил, хавку наделал, там уже 300 раз огород собрал. Вот, сейчас мне, в принципе, скрафтят ствол, и мы пойдем шарабудиться по серверу, возможно, кого-то там убьем и тому подобное. Короче, парни решили чуть-чуть заградить кибитку, я в этот момент был внутри, и чекайте, что происходит. Если ставить впритык, появляется внутри дома новый дизайн. Ну, это, конечно же, я в шутку, но, типа, все равно смешно, что стенка вылазит немного деревянная. Кажется, киба вроде из железа, а внутренняя сторона вся деревянная будет. И, кстати, на заборах сверху теперь есть колючки. Вот. Дома-то ненормально. Челик, скорее всего, по лестнице, скорее всего, умрет, если будет перелазить. Ну, там, как бы, нормально. Мало ли того, что он и так дамажит, так ты когда еще и спускаешься, у тебя кровотечение идет плюс-минус 5 секунд. И тут как бы броня не влияет на это. Тут уже чисто твое ХП. Вот. Загрейдили. Сейчас я беру свой ствол, садимся на коня и едем. Так, с первый дропчик он уже упал. Вот. Вроде как там уже где-то была слышна стрельба. И сейчас будем с вами смотреть, что здесь да как. Но пока относительно тихо. Так, чей-то лут здесь? Кто-то уже кого-то отмудохал. Так, кто-то бегает, кто-то где-то стреляет. А, ну, челик на дороге. С луком пришел. Ух, молодец. На дроп сейчас, наверное, ну, людей, скорее всего, соберется много. Так, что у нас здесь? Открываем кармашки. Блин, еще этот баг с лутанием полчаса. Так, ну там вроде ничего особенного. Вроде хлопок и там. Короче, мусор в основном. Я надеюсь, что сейчас какая-нибудь команда сейчас залутанная придет со стволами. Будет вообще интересно. Что-то у нас по дропу. Ну, еще, короче, 5 минут ждать. Нормально пойдет. Подождем. Пускай народ набегает, пускай народ приходит. И будет интереснее еще так. Ага, вижу. У нас еще один клиентик. Цыган на коне. Стоять, родной. Стоять. Куда поехал? Главное, видите, ювелирная работа. Даже по коню не попал. Че у нас здесь? Так, а, ну он залутанный. Хорошо. Даже ресурсы какие-то есть. Отлично. Но только я не понимаю, зачем с лутом ехать на дроп. Очень странное решение максимально. Блин, на самом деле я в шоке от того, сколько людей сюда пытается попасть. Хотя, мало кто знает, но в дропе там не прям аж офигенный лут. Нет, то есть, грубо говоря, то же самое, что с зеленой комнаты. Так, ну вроде его приштурили. Кто-то здесь еще стрелял, но я пока его не вижу. Мне показалось, где-то здесь за ангаром был. Ну, может быть, это и он и был, потому что я поздно обратил внимание на это. Такс, ну окей, ждем. Что там у нас по дропу еще долго, наверное, еще минуты 3 будет. Поэтому пока что просто ждем. А, еще один пассажир приехал сверху с коряка, либо с чего он, либо с авика стреляет. Я даже еще не понял, вот он стоит. Пытается попасть. Так. Ну, а что гироскоп не работает? Что гир... А.
Он нокнул, он залез и нокнулся? Серьезно? Сразу. Ребят, вы какие-то живодеры, вы сразу его пытаетесь на кулак посадить. Надо что-то будет с гироскопом сделать, у меня гироскоп в прицеле не работает. Я что-то думал, он работает, сейчас прицелился, вы сами видели, даже, наверное, ну, не смог повернуть. А вон еще один дружок. Блять, лагает. Очень сильно лагает, ребят. Ну, хоть и мы это подсобили. Да, что-то стало подлагивать, не знаю. Вроде все нормально было, сейчас что-то лаги какие-то. Ну, сойдет, дробовичок принес. У меня уже от этих бомжей полный инвентарь всяких ненужных ресурсов, такие вот, как лук. Там дерево куча. Хотя нет, дерево можно переплавить, но все равно уже инвентарь у меня почти что забит. Ну что, открываем наш первый дроп. 4 секунды. 3, 2, 1. Открываем, что у нас здесь? Ну, как я и говорил, в принципе, ничего особого. Все то же самое можно залутать в зеленой комнате. Там что-то. А, дробовик разве что только, по-моему, был. Кто-то из ребят подобрал. Ладно, ничего страшного, мы больше налутали, скорее всего, на типах, которые здесь приезжали и умирали, поэтому просто повезли все это домой. Ну что, спустя полчасика, плюс-минус, мы переплавили МВК, поехали там на одну локацию. И сейчас готовимся, в принципе, к рейду. Крафтим 3 МПХ, крафтим взрыв, там плюс-минус 40 динамита, там 20-25 сих. И пойдем какой-нибудь домик искать, присмотрим какую-то домину. Вообще желательно искать людей, у которых есть эмберы. Сейчас на сервере наша команда топ-1 по эмберу, поэтому... Также я думаю, что люди, которые играют на этом серваке, ищут нашу хату. Поэтому надо зарейдить по-быстрому топ-2, топ-3 и, скорее всего, переезжать отсюда. Это уже мы решим командно потом. Вот, поэтому готовимся к рейду, ребятки. Вот как-то так. Все пока идет гладко, все отлично. У нас появились сундуки железные, мы изучили. Вот, куча лута у нас. Пока что все четко. Не успели мы подготовиться к рейду, как выпала сразу же еще одна партия дропов, и тут уже есть люди. Ну, такие бомжики на конях. Кстати, что-то урон по лошади вообще не проходит. Прям вообще. Еще я гироскоп до сих пор не настроил, очень тяжело прицеливаться. А вот, но не знаю, я по нему зажал там, просто не успел запись включить нормально, и он ни одного урона не нанесло ему. Может быть, ребята говорят, что нужно стрелять по... Не по лошади, а по типу, но, по-моему, я и по типу попадаю, ничего, урон не проходит. Немножко недоработочка от разработчиков, нужно, чтобы они как-то это... Ну вот, попадание есть, а итога ноль. Вот. Ну ничего, пускай катается, я взял с собой 200 патронов, уже, считай, сотку потратил. Пускай катается, ради бога. Главное, чтобы у нас дроп остался, и все. Потом его завалим, но в любом случае жадный захочет золотой дроп. Ну и где он спрятался? Где-то здесь был парнишка, а вот он. А, ну все, понятно, его зомби нокнул. Так, что у нас было? Патрон, желтая карта, нормально, зеленая карта. Я не понимаю, зачем идти сюда за лутами. Я не понимаю, что в голове у этих типов. Зачем они несут с собой лут? Типа, даже если ты идешь там с какой-то РТшки, ну иди ты выложи, дроп 10 минут горит. За 10 минут можно всю карту объехать на коне. И, тем не менее, плюс карта, плюс зеленая карта, окей. Мы все заберем, но пускай будет, мы все заберем. По идее, сейчас дропчик, да, все открылся. Что у нас там? ППШ, патроны, железные ботиночки. Ну, я же говорю, то же самое можно выбить и в зеленой карте. Я тут где-то челика видел. Он опять на коне вокруг ездит и мешает, просто нас нервирует, байтит. Куда он? Где-то... А, вот он. Да что ты? Короче, лагает, либо... Вот, опять, даже по нему у меня урон не проходит. Я не знаю, в чем проблема. Это очень странно. Ну, что он нам привез? Ясно, короче. Отойдите от него, там нечего лутать. Скажем так. Привез нам мусор. Все, в принципе, едем домой и собираемся искать хату для рейда. Так, нашли домик. Обратите внимание, в правый верхний угол горит такая красная точка. Это говорит о том, что в доме присутствуют эмберы. Вот, дом активный. Так что здесь живут игроки и фармят эмберы, складывают свой шкаф. Поэтому его 100% стоит рейдить. Вот, сейчас там тиммейт на лестницу нафармит. Мы залезем туда и будем, в принципе, наверное, через крышу буриться. А топотов никаких в хате нету. Возможно, игроки офлайн. Вот, есть еще такая небольшая информация, что их должно быть двое.
Вот, мы думаем, что это дом топ-2, скорее всего, потому что дом второго уровня прокачан с помощью эмберов. Возможно, это второй левел. Вот. Вернее, топ-2 по эмберу. Вот сюда накидываем аккуратненько сейчас. Все-таки через угол крыши спустимся. Лестница, благо, есть, поставим, если что, обратно поднимемся. Но я думаю, что шкаф где-то плюс-минус вот здесь и будет. Ой, хорош, хорош. Так, сейчас поднимем его. Мне показалось или... Да, кто-то, короче, в доме заспавнился. Есть топоты. А, сейчас же приходит оповещение, если тебя рейдят прямо на телефон. Короче, так. Сейчас надо будет контрить. Я, наверное, сразу же спрыгиваю сюда и где-нибудь в угол сяду. Если он будет пытаться вылететь, там гранату кинуть или что-то еще, я просто его нокну. И так будет проще. А ребята пускай накидывают. Вон на ту дверьку как раз. Хотя мне кажется, что шкаф где-то справа будет. Ну ладно, посмотрим сейчас. Главное, чтобы меня не задело. Так, вижу печки. Но он там сидит. Да, он здесь. Он сидит внутри, что-то дверь открывает, что-то байтит. Так, хорошо, ящики здесь, значит, мейн здесь, по сути. У него даже больших ящиков нет, это очень странно. Подожди, он гранату закинул или мне показалось? Да. Кто-то из наших туда гранату закинул. Ну, давайте, ребятки, ломайте дверьки. Сейчас посмотрим, где они там, что. А, он его убил. Все, он его убил, окей. Ломаем, не, патронами не будем, нужно ломать ящики мачеткой. Давайте сломаем их. Я надеюсь, что там очень много лута, прям очень много. Нормально, шары, компоненты, три желтых карты, красная карта. Кирки хорошие есть, МВК, дерево до хера. Блять, кто-то второй, походу, пришел, походу, двое, да? Либо тот заспавнился где-то недалеко. Что у него было? Патроны, дробовик, гранаты. Блять, лагает, ужасно лагает. Это либо из-за записи, потому что у меня обычно не лагает ничего. Либо же что-то сервер. Ну, скорее всего, из-за записи. Такое бывает. Вот тут уже, ребятки, извиняйте. Так, патроны. Чё я там не долутал еще? А, они рейдят. Окей. Ну да, шкаф будет там справа, с правой стороны. Там двери, выходы, а шкаф будет справа. Кто-то еще пришел. А, дружок его с мачетой. Забежал, залетел. А второго убил, да, все, обоих. Ну, это минус хата, все. Типа, тут уже без вариантов. Желтые карты, ну, блин, компонентов реально много. Как нам это все унести, конечно? Так, что-то повыкидывать надо. Наверное, повыкидываем кирки обычные, железные, да? Кирки, а вот фиолетовые МВК, все пособираем. Че, у нас здесь еще корпуса. Две желтые карты. Стальные кирки, которые у нас еще не изучены. О, пороха там много было. Эмберы, вот. 14 эмберов, хорошо, отлично. Ну, это был топ-3, получается. Не топ-2 игрок на сервере, а топ-3. Тоже нормально, окей. Пойдет. Еще один домик на примете у нас появился. А, тут, наверное, доступно все понятно. Скорее всего, будем родить по дверям. Хотя, с другой стороны, там одна стенка железная. Тут... Эмберы тоже есть, в правый верхний угол горит красненький огонек, значит, эмберы есть. Нам только такие дома и нужны. Вроде как 3 либо 4 динамита на стену, ой, на дверь. Хотя у него улучшен первый левел эмбера, поэтому, скорее всего, тут побольше. Так, сюда тоже 4, да, получается? Если на каменном было 3, значит, где-то плюс-минус 4. Так, все, ждем, смотрим. А, еще одно нужно. А, не, все правильно, еще две, отлично. Так, что там у нас? Что у нас здесь? Ну вот, на левую дверь понакидывать. Раз, два, три. А что еще? Еще нужно накидывать, ребятки. Три, четыре. И последний. Оп. Так. Что там обрушилось так сильно?
Хавка, сразу же хавка. Так, тут хавка. А, он спал еще, оказывается. Броня, хавка. Ладно, хавку позабираем сейчас. Всю хавку забираем, брат. Так, тут у нас кирки, топоры, карт много зеленых, хорошо. Это нам нужно. Железо 1500. 1000 серы. Карты, ну, нормально, слушайте, неплохо. Хотя хавку может лучше выкинуть, либо съесть. Там ребятки сейчас долутывают все остальное. А что здесь еще вообще было, мне интересно. Ну, ребята уже все полутали. Ну, там, скорее всего, шкаф был и компоненты, скорее всего, вот и все. Так, это обязательно все мы ломаем. Мы же это мародеры, ломаем кровати, ломаем печки обязательно. Тут так делают абсолютно все, поэтому ничего зазорного. И, в принципе, можно отправляться домой. Ну, вот уже два рейда, отлично. Ну что, народ, этот ролик подошел к концу. Вот такой вот интересный у нас первый день был на сервере. Я думаю, что да, вполне так энергично. Два дропа, два рейда. И я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что мы не зря старались. И рассчитываю на вашу поддержку, лайки, подписки. Уже в конце концов, я надеюсь, что мы скоро добьем 1000 подписчиков на этом YouTube-канале. Вот. И если у вас есть какие-то вопросы, то обращайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылочки все будут в описании, я каждому отвечаю, каждому помогаю, и спросите в телеграме, я уже зарегистрировал сам лично много игроков на бета-тест, вот. Стараюсь каждому из вас помочь, и жду от вас такой же отдачи. Также не забывайте, пишите комментарии, я обязательно их вставлю в ролик, самые лучшие, выберу, всех обнял, всех целую. И самое важное, я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем ролике.